Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодняшний праздник посвящен музыке, царице всех искусств. Встреча с искусством всегда приносит человеку радость. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в сердце каждого из нас живет музыка. А я думаю, что музыка, словно палитра разных оттенков, красит нашу жизнь, превращает ее из черно-белой в разноцветную и яркую. Свою жизнь наши земляки всегда окружали песнями и музыкой, льющейся из народных инструментов, таких как баян, аккордеон, домра, балалайка, бандура и многие другие. Они звучат и в душе все поет. И ничто так не близко человеку, как звук родного, знакомого с детства инструмента. Это и есть источник народной души. Эта необыкновенная палитра звуков разольется сегодня в зале в исполнении лауреата международных республиканских конкурсов Оркестра народных инструментов Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, художественный руководитель Светлана Петрик. Балканская рапсодия «Сюита» композитора Александра Двоскина.
«Оркестр Пьяццолла», «Танго смерть ангела» в исполнении Виталия Антонова.
аранжировка Владимира Пушкина. Петр Ильич Чайковский. Старинная французская песенка. Солисты Ирина Демьяненко, Юлия Шелучина. Унисона, дамристов, прозвучит произведение Джорджа Мейера «Небо». Thank you.
Владимир Пушкин. Вечное движение. Александр Билок. Thank you.
Для вас звучит рапсодия для оркестра народных инструментов «Испанский сувенир», композитор Вера Городовская.
дебютского альбома. Солист Владислав Бардовский.
присутствуют друзья оркестра народных инструментов. Ведь любовь к музыке не имеет границ и не знает расстояний. В нашем зале присутствуют преподаватели отдела народных инструментов Молодогвардейской детской школы искусств. Бабкова Наталья Алексеевна, Романенко Ирина Ивановна, Радченко Виктория Леонидовна. А также преподаватели Лутугинской детской школы искусств. Аплодисменты. Аплодисменты гостям, которые приехали поддержать и насладиться творчеством оркестра народных инструментов. Что ж, подходит к концу наш вечер. Мы хотим сказать вам пожеланиями слова великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей и мыслей. А в завершение прозвучит композиция, которая знакома каждому в этом зале с детства. Александр Широков. Аранжировка «Терем-квартет». Валенки! Аплодисменты, друзья! Oh, my God.